Супруга Ильи Резника Ирина пристыдила Лолиту Милявскую за ее отношение к семье. Певица переживает, что ее мать и дочка остались в Киеве во время спецоперации на Украине. Ирина Резник задала закономерный вопрос, почему Лолита раньше не вывезла маму и дочь в Москву. По мнению Ирины, Милявской просто было удобнее лишь изредка им писать и присылать деньги, а поселить у себя родную маму и дочь, смотреть, как они живут, спят, кушают рядом с тобой. Конечно, лучше замуж выходить постоянно и пиарить этот грех на всю страну, заявила Ирина. При этом она подчеркнула, что в этой ситуации ей жалко всех.